понедельник на тренировочном поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова юношеская сборная России, где собраны ребята 2001 года рождения, провела товарищеский матч со сверстниками клуба «Динамо». Выбор спарринг-партнера старший тренер наших юниоров объяснил просто. На протяжении нескольких лет последних она является одним из лидеров московского футбола, поэтому подобран соперник именно для того, чтобы проверить на хорошем уровне ребят, которые попали сейчас в команду. Статус сильной сыгранной команды динамовцы подтвердили в начале матча. Первые 20 минут за сборную было тревожно. Она больше помышляла об обороне и практически не атаковала. Ребята всего четвертый день вместе. Поэтому идет поиск каких-то моментов в организации игры, в организации обороны. Ну, вхождение в игру. Но потом все встало на свои места. Еще в первом тайме сборная России забила важный гол, а в перерыве Леонид Алексеевич нашел нужные слова для мотивации ребят. Что я хочу? Индивидуально? Значит, я индивидуальное движение должен туда подбрасывать мимо ноги и лезть. За счет передач, за счет розыгрыш, качество, сильно предложу. Не бойтесь ничего. Назад мяч пошел, вы уже туда. Все, выдох. В итоге второй тайм прошел под диктовку юношей сборной России. Они забили еще два мяча и уверенно выиграли 3-0. Впереди у нашей команды отборочный турнир чемпионата Европы в Финляндии, и настрой у ребят и тренерского штаба очень серьезный. У меня одна задача, честно говоря, только победа. Единственный вариант – это только победа. Что такое второе место? Второе место – это лучшее среди худших. Поэтому только победа. Теперь дело за малым – реализовать столь серьезные амбиции.